сделал наибольшее количество оборотов, держась за застрявшую в потолке электроотвертку. Умудрился разломать между лопаток пластинку печенья или быстрее всех в мире пробежал 100-метровку на четвереньках. Каждый год в книгу Гиннесса чудаки со всего мира посылают тысячи заявок ради рекорда. Поэтому самое время подвести итог 2023 года и рассказать о самых смешных из них. День Святого Валентина – романтический праздник, который никогда не обходится без незабываемых сюрпризов. Но зачем покупать новый телефон, платье или кольцо, когда можно подарить самый длинный в мире поцелуй, и не где-нибудь, а под водой. Бет Нил из Южной Африки и Майлз Клутье из Канады целовались под водой в бассейне целых 4 минуты и 6 секунд, что сделало их новыми рекордсменами в подводных видах поцелуев. А вы бы потратили полгода на ежедневные тренировки, чтобы побить такой рекорд Гиннесса? Да, вам не показалось. Паренек умудрился одновременно набивать мяч головой и снимать по одной футболке. В конце концов, ради рекорда он сделал это 23 раза. Интересно, пока этот рекордсмен одевался, он порой не вспотел? Если это кажется вам верхом странностей, то не спешите. Мы еще не добрались до Японии, где, как известно, проживают еще те чудаки, готовые на все ради рекорда. Тамошний фермер в этом году стал рекордсменом благодаря редису. Но не обычному, а самому большому в мире. Японцу удалось вырастить в своем огороде почти 46-килограммового монстра. Кстати, предыдущий рекорд тоже принадлежал жителю страны восходящего солнца и продержался целых 20 лет. Тогда редис-великан завесил целых 30 кило. И напоследок рекорд, который не оставит равнодушным ни одного любителя сладкого. Как вам самое большое платье-торт весом 131 килограмм? Чудо дизайна и кулинарии представили во время швейцарской всемирной свадебной ярмарки. Желающих отведать кусочек сладкой победы от установленного рекорда было хоть отбавляй. А какой рекорд в этом году удивил больше всех вас? Пишите нам в комментариях и не забывайте ставить лайки этому видео, ведь Украина сегодня работает именно для вас.